So as you were standing in the middle of the octagon, did you feel you did enough? You earned that victory? Когда стоял в центре октагона, считал ли ты, что ты сделал достаточно для победы? Я спрашивал у своих секундантов в перерыве, кто ведет и за кем раунд. Они сказали, что перед третьим раундом они сказали, что 1-1, нужно выиграть третий раунд. Я считаю, что я третий раунд выиграл, хотя я еще пересмотрю бой, но я уверен в своей победе. I asked my corners between the round who won each round, and after the second round, they told me it's probably 1-1, and I have to win the third. I'm confident I won the third round and got the victory. Of course, I will go home and rewatch the fight too. You feel that this was the closest that you've come to losing a fight in the UFC? Считаешь ли ты, что ты был ближе всего к поражению во всех своих поединках в UFC именно в этот раз? Близко к поражению? Ну, типа, они думают, что близкий бой за это. Скажи, что нет. Возможно, что это был близкий бой. Могли отдать в ту, другую сторону. Но я считаю, что я выиграл. Я уверен в себе. Я всегда уверен в себе. Maybe it was a close fight, but I'm confident I won it, and I'm always confident in myself. As the fight was playing out, what kind of adjustments did you make? I know your corner told you that, you know, you needed to go out there and get that third round. So what adjustments did they tell you that you needed to make to, you know, seal the deal and get the win? По ходу боя как ты адаптировался к своему сопернику? Угловые говорили, что, ну, ты должен забрать третий раунд. Какие перестановки по ходу боя ты делал? Я знал, что чем больше я его выдерну на себя, тем больше будет попаданий с моей стороны. Поэтому все было так, как я и представлял. Я его дергал на себя и попадал. Попадал хорошо. В третьем раунде у меня было больше попаданий, в этом я уверен. I knew if I can keep make him chase me, keep him come towards me, I can counter him, and I did. I did land good shots, and I believe I struck him. Может быть, вы видели не то. Может быть, вы видели это с экрана. Но посмотрите на мое лицо, посмотрите на лицо соперника. Maybe you saw something else, but look at my face and look at my opponent's face. It's your fifth win in the UFC. So, what level of opponent do you want to see next time you step in there? Твоя пятая победа в UFC. Какого уровня соперника ты хотел бы увидеть в следующий раз? Чем сильнее соперник, тем лучше я дерусь. Хотите увидеть шоу? Дайте мне соперника. Дайте мне топ-15. Дайте топ-10. Я готов к любому вызову. Чем лучше соперник, тем лучше я дерусь. The stronger opponent is, the better I fight. Give me someone from top 15, top 10, I'm ready. If you want to see the show, give me someone strong. Сегодня я слышал, что у Сироны нет соперника, поэтому next fight, I'm ready, Сироне. I'm always ready. You know, Сироне lost the opponent, I can fight him, I'm always ready. Если надо, я готов с ним подраться через час. If you guys want, I can fight him after 1 hour. Запомните, Казах, запомните. Remember the name, the Kazakh. Казах. Thank you so much.